Раз в день обязательно. Вредит мне. Больше не пью, потому что вредит здоровью. Утром пью огромную чашку кофе, я не знаю, как это называется, которая капает через бумажный фильтр. А после обеда на работе пью капсульную. Нет, не считаю это вредным, считаю это бодрящим с утра напитком. Я пью всего раз в день кофе утром, и все, больше я не пью. Мама кормящая, поэтому кофе не пью. Вот. А так, кофе вообще, это был мой фетиш, можно сказать. Вот. Ну, к сожалению, сейчас вот приходится обходиться. Ну, кофемашина обычно, лучше всего это экспрессо, если оно с добавлением молока. У меня машинка стоит. Зерна сверху засыпаешь, она сама мелит. Пью раз 4-5. Я кофе не пью, пью чай. Это латте, но очень люблю кофе, да. А чаще дома завариваете или... Дома завариваю, и на работе очень много кофе идет. И как часто вы пьете, что вас именно больше всего привлекает в кофе? Вкус, запах. Ну, пресс-кафе такой, если в нем завариваю, и какой я люблю, средней жаристости. И что еще? И сколько раз в день пьете? Ой, ну я сейчас реже стал, потому что курить бросил, стал реже пить кофе. А так, ну, 2 раза в день пили, 2-3 раза в день кофе. Я кофе пью каждое утро, обязательно завариваю его. И дальше я могу добавить в зависимости от настроения, от состояния тоже здоровья, или добавляю туда корицу, или можно добавить даже туда немножко ванильки. И тогда получается более бодрящий и хороший аромат кофе. Обожаю. Я как кофеманка. Я люблю запах кофе. Когда я слышу запах, так я уже замираю. Но я употребляю такой, знаете, быстрый. Положишь, заваришь и выпьешь.